Summer Hill Entertainment, Silent Studios Productions и Free Sprite Media представляют. Брюс Пейн в роли Джейкоба. Хэл Хилман в роли Пола. Каллум Макгвайр в роли Люсио. Меган Дженкинс в роли Шайлин. И Дженнифер Джонсон в роли Аниты. Режиссер Джейсон Райт. Пит-стоп. Да, друг. Шеф, мы нашли место. Ты шутишь? Нет, мечты сбываются. Ладно, когда? 8:30. Анита там будет? Но вы же с ней расстались. Да брось, там будет полно цыпочек. Чик-чирик. Да, как в тот раз. Я не хочу спать рядом с тобой, Ванючка. Да, не мылся 2 недели, чтобы запах настоялся. Отсюда чувствую. Ладно, жду тебя в 8:30 в гараже. Но Аниту ко мне не подпускай. Конечно, господин мой. Хватит с тебя «Звездных войн». Гони сюда деньги. Что? Деньги давай. Ладно, ладно, сейчас. Давай, давай, быстрей. Стой. Давай. Что, только мелочь? Я же студент. Я тебя убью. Нет, 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 прошу, нет, прошу. Ты как? Засранец. Что, смешно же. Кретин ты, Люсио. Крутая рубашка. На себя посмотри. Что? У тебя цепочка на шее. А, да, это цепочка тети Маргарет. Открывай. Да, я знаю, не работает. Дерьмовая, но моя. Как ты это смог? Смог что? Да брось. Мы за месяц не смогли даже гараж найти. И тут вдруг всплывает новое место. В день вечеринки. У меня есть связи. Кому ты отсосал? Твоей маме. Очень смешно. Ты скоро узнаешь. Надеюсь. Ты что это вытворяешь? Что? Твои ноги! Ноги! Да что это развалюхи будет? Это классика, Мондео СТ. Их больше не делают. И неспроста. Кстати, что там у вас с Анитой?
Ну, она меня бросила. А, ясно. Из-за маленького члена? Как твоя мама. Ой, нет, просто ей интересны мужчины, а не дети. Неплохо. Знаю, знаю. Прости, что поздно. Я тебя уже 100 лет жду. Расслабься. Пол все равно тебя дождется. Вряд ли он будет ждать. Поверить не могу, что вы расстались. Знаю. Зато отметим. Боже мой, Шай, мы расстались вчера. Спокойно, мы с Джесс все уладим. Джессика придет? Да, и кажется, с кучей сюрпризов. О, нет, я не буду курить. Почему? Тебе не помешает. Забыла, что было в тот раз? Что? Я бегала повсюду и кричала: «Не поймаете, ублюдки!» Это так глупо, я не знаю, куда нам? Направо или налево? Видео набрало кучу просмотров. Да, спасибо, Шай. Всем это показалось смешно. Кроме моих родителей. А, не расслабься. Все будет в норме. Точно? Точно. Ты его и не заметишь. Не понимаю. Черт! Что это было? Кто вам права давал? Вы слепые? Цела. Да, а ты? Да. Кто так водит? О, нет. Прекрасно. Такого не может быть. Может, Шай-Шай. Не зови меня так. Зову, как хочу. Ты чем думала? Уничтожила тачку. Да, прости, мне так жаль. Как ты вообще умудрилась? Ты на дорогу смотрела? Нет, я говорила с Шай. Отвлеклась. А о чем говорила? Да так, просто. А все же? Отвали. Я очень рад встрече, но у нас проблема. Моей машине конец. Хватит спорить посреди дороги. Отъедем дальше. Ладно. Что делать? Зачем мы это делаем? Им нужна помощь. Не бросать же их тут. Они мне должны за машину. За это ведро? Мое ведро. Что там у тебя, Сани? Мы так решили. Так, слушай, времени нет. Вечеринка уже началась. Нам надо ехать туда. Да, нам тоже туда надо. Мне-то что? Вы в меня врезались. Потому что у вас не горели стоп-сигналы. Если бы ты больше тратил на машину и меньше на походы в кино, ничего бы не случилось. Эй, во-первых, кино – это главное в жизни. Боже. Во-вторых, сигналы горели, пока вы не врезались. Тупая сучка. Не смей меня так называть, козел. Не зови меня козлом, шлюха. Не зови меня шлюхой, импотент. Да. Стоп. Мы так никуда не доберемся. Так, мы все хотим на вечеринку, но у нас одна машина. Так что предлагаю успокоиться и ехать вместе. Всех устраивает? Да, ладно. Все согласны? Все, говорю! Ну, хорошо. Но только в одну сторону. Ладно, хорошо. Эй, спасибо, что предложил подвести нас. Да, пустяки. Не бросать же вас тут. Прости, зря так сказал. Ничего, давай уже поедем веселиться. Да. И кто же вас пригласил, дамы? Люсио. Нет, я отвечу.
Джеймс нас позвал. Это его вечеринка, и тебя не спрашивают. Нет, это моя вечеринка. Дело Джеймса, реклама и... угощение на праздник. Короче, он драгдилер. Раз ты организатор, это будет провал. Отвали! Это будет лучшая вечеринка в твоей жизни. Где я умру от скуки? Отстань, ты такая тварь! Хватит! Хватит, ребята! Вот, блин. Ну вот. Да. В чем дело? Приехали? Да, дом Джейкоба. Он должен быть там. Вы куда? Забрать кое-что. Дамы, ждите тут. Не пугайте Джейкоба. Он не открывает, кому попало. И что нам тут делать? Не знаю. Подеритесь. Поцелуйтесь, поболтайте. Что еще девочки делают? Пошел ты. Запомни. Пароль «Капитан Джерис» для меня и «Моряк Морган» для тебя. Запомни, иначе он нас не пустит. Правда? Так сказал Джеймс. Не знаю. Тут неуютно. Давай. Так. Кто это? Капитан. Капитан. Кто? Капитан Джерис. И? Моряк. Моряк кто? Моряк Морган. Наконец. Новые лица. Я заждался. Да, у нас машина сломалась. Да. А-а-а. Вы и девочками занимаетесь. Может быть, пригласим их сюда? Нет, все в порядке. Ладно, ладно. Дело в деньгах. Сколько надо? Давайте меняться. Я дам еще. Бесплатно? А, да, нет. Пардон. Ошибочка. Это друзья. Да. Я все понял. Вы не хотите ими делиться. Ладно. Как жаль, что мне не отвлечься от моего ужасного брака. Заткнись, Маргарет! У меня клиенты! Заходите. Маргарет заварила особенный чай. Но мы... Не стесняйтесь, парни, прошу. Входите, входите. Он что, в кимоно? Он в парике. Вот она. Позвольте представить мою любимую жену Маргарет. Эти господа – моряк Морган и капитан Джерис. Очень приятно, Маргарет. Очень приятно, Маргарет. Чуть больше уверенности. Именно. Маргарет любит уверенных. Ну, что ж. Садитесь, а я пока принесу товар. И помните, всего 10 миллилитров на каждого, чтобы ночь стала лучшей в жизни. Самой лучшей. Не дрейфь. У нас есть шприцы.
Конечно. Я скоро вернусь. Шприцы у них есть. Не трогай. Он скоро вернется. Что? Ты это видел? Придурок верит, что женат на кукле. Давай, Маргарет. Давай, Маргарет. Напои меня своим чаем. Давай. Ты что творишь? Смешно ведь. Не надо злить этого психа. Не стоит. Где ты его откопал? У Джеймса. Тогда ясно. Он мне сказал, что Джейкоб мастер, а что псих нет. Вот черт. Что? Зацепилась за пояс. Что ты сделал? Что ты наделал? Сдувается. О, черт. Маргарет! О, черт. Вот черт. Черт. О, черт. Помоги мне. О, черт. На пол! На пол! Тяни, тяни! Давай, тяни за голову! Черт! Черт! Тут есть клапан! Тут есть клапан! Надувай! Так. Надеюсь, я все сделал правильно. Где первый образец? Нет, он темнее. Да, вот так. Другое дело. Мало им не покажется. Прошу. Что это вы делаете? Я отошел на одну минутку, и вы набросились на мою жену? Ничего такого. Считайте это искусственное дыхание. Ублюдки! Я вас убью! Парни, что вы так долго? Что это? Зря вы пришли. В чем дело? Я скажу, в чем дело. Вы все сейчас умрете. Нет, 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 нет. Давайте успокоимся. Это недоразумение. Недоразумение? Вы насиловали мою жену. И теперь заплатите за это. Стоп, я придумал. Мы отдадим вам своих сучек бесплатно. Что? Берите высокую. Ногами такое творит. Давай, Шай. Покажи. Да. Покажи. Покажи. Прекрасно. Давай! Шай, бутылки, бежим! Бегом, бегом, давай!
это еще такой? Наш дилер! Ублюдки, я вас убью! Извращенцы! Зачем ты трахал куклу? Мы спасали Маргарет! Какую еще Маргарет? Его жену! Почему он женат на кукле? Гони, Люсю! Давай! Гони! Давай, давай! Быстрей! Я вас убью! Дайте пристегнуться! Ублюдки! Маргарет. Маргарет. Придется купить Синтию. Черт. Что это такое? То, что делает ночь незабываемой. Как? Ну, там особенная кислота. Новая рецептура. Мы хотим угостить всех бесплатно. Уверены, ее же приготовил тот псих. Да, вдруг там яд. Нет, Джеймс ее уже пробовал, и ему понравилось. Зачем брать у него? Только он знает рецепт. Джеймс сказал, что он типа доктор химии. Или извращенец. Все по плану. Да, не тебя ведь целовал старый извращенец. Спасибо, ты нас спасла. Не забуду этого. Иди ты. Минутку, зачем раздавать ее бесплатно, раз это такая редкость? Пробная доза включена в цену билета. Мы заплатили 20 фунтов. Скажите спасибо Джеймсу. Да? А сколько стоит билет? Секрет. Долго еще? Можешь выйти. Я пешком дойду быстрее, чем на этом. Приехали? Приехали. Идем. Наконец-то. Да. Ребята, внутри куда интереснее. Идем. Заходим. Вперед. Тихо, тихо, дамы и господа. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Хотите веселье? Да! Готовы пить все, что попадет вам в рот? Да! Да! Хотите быть королями ночи? Да! За нами! Ночь ваша! Ад ждет вас! Да! Крутая речь! Да, знаю. Я рожден лидером. Что делать? Идите веселиться. Что? Люся, нет. Что, мы договорились, у нас работа. Пусть остаются, помогут нам. Да, я хочу быть первой. Лучше работать одним, чем с тупицей Шай-Шай. Не зови меня так, я спасла тебе жизнь. И я там была. Все было в норме. Нет, тебя чуть не застрелили из-за изнасилования куклы. Я никого не насиловал, просто... Что? Надувал ее, в общем, неважно. Люся! Что? Черт, ладно. Но я не хочу видеть твою рожу под кайфом. Как скажешь, капитан. Ну ладно, вперед. Слабачка. Давай без меня.
Что это напоминает? Смотри, что он делает. Что это такое? Привет, дамы, смотрите, я ваш рыцарь в сияющих доспехах. Так. Мы разделим это на всех? Я отдала тебе. Доставай приборы. Да. Оранжевый? Начинай. Кислотный. Зачем это? Для точной дозировки. Что, по каплям? Больше и не надо. Это ж не пиво. Капли хватит, чтобы сойти с ума. Кроме того, как разделить две бутылки на 300 человек без точной меры? Ты прав. Джесс, ты что так долго? Извини, вы давно тут? Где-то с полудня. Я вижу, с вами босс и его ручная обезьянка. А кто босс и кто обезьянка? Угадай. Не смотри на меня. Вы такие смешные. Итак, я хочу вас познакомить. Это мой новый парень. 4. 4? Это имя? И фамилии нет. Второго имени? Просто 4. Здорово. Четыре обожает научную фантастику. Да, я смотрел и читал вообще все. А он мне нравится. А что в бутылках? Главное блюдо. Через полчаса все узнаете. А мне это нравится. Как в тот раз? Если честно, я не хочу пробовать. Настроения нет. Давай, ты становишься такой смешной. Ну, поддержи меня. А, нет. Мы не... О, боже. Простите. Ничего. Прервем этот неловкий момент первой каплей. Джесс, хочешь быть первой? Конечно, хочу. Открой рот. Супер. А ты как? А это законно? Ну да. Одобрено Европейским медицинским агентством. Правда? Нет. Отстаньте, он будет адвокатом. Да, я должен поддерживать закон. Ты так сказал у Джея? Кому? Забудь. Давай. Не будь занудой. Ладно. На вкус как моча. Еще спасибо скажешь. И когда ожидать эффект? Через полчаса. О, будет больно. Да расслабься. Ладно, пойдемте в бар. Вы с ним правда разошлись? Да, но я сомневаюсь. В чем это? Ну, я тут подумала. Ты поступила правильно. Это твоя жизнь. Он тебе мешал. Да, и ты летишь в Нью-Йорк на стажировку через 2 недели. Я помню. Поэтому его и бросила. Отношения на расстоянии совсем не мое. А может, ты там останешься? Она права. На самом деле, чувствую вину. Он всегда относился ко мне как к принцессе. Ни одного промаха за 5 лет, а я его бросила. Вот я тварь. Ты не тварь, Ани. У тебя своя жизнь. Он прекрасный парень, но он уже богат. Придет на все готовое в семейный бизнес. Живет там, где все мы выросли. А тебе надо посмотреть мир. Спасибо. А как насчет твоего типа? О! Познакомились в сети. Он необычный. Да, и даже слишком. Ну, он бывает занудой. Но у него очень большой друг в штанах. Так, дамы, бар открывается.
О, идем. Выключите, остановите музыку. Привет снова, люди ночи. Вы долго этого ждали? 2 месяца. И заплатили кучу денег, которые, конечно, получу я. По одной капле. Каждому. Как мне улететь только с одной капли? 1 капля, и ты попросишь мамочку забрать тебя домой. Все за мной! Ночь ваша! Все, сюда? Да. Супер. Вот. Так, так. Добро пожаловать на кислотный пит-стоп. Открой рот. Супер. На здоровье. Дай мне. Да-да. Не кричи, Люсю. Я не кричал. Привет, поехали. На лицо попало. Хочешь ты? Да-да. Открой рот. Все, пока. Не за что. Следующий. Да, привет. Открывай рот шире. Прекрасно. Дальше. Продолжайте. Это все. Все? Нет, 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 стой, успокойся. Стоп. Каждому по дозе. Открой рот. Вот так. Все. Поверить не могу. Бармена зовут Джон. Черт. О, поехали. Ну что, вроде бы закончили. Да, дай 5. Да. Начнем веселье. Кто первый? Первая капля ваша, господин. Хватит смотреть фантастику. Да. Ладно. Помогите, эта сучка меня укусила. Кто? Эта сучка с задротом. Джессика укусила? Серьезно? Мы стояли в очереди в туалет, и она укусила меня, сказала, что хочет есть. Покажи. Черт! Так, тут есть аптечка. Вряд ли, в такой глуши. Что-то мне... Черт, черт! У нее кровопотеря! Ей нужно в больницу, черт! Нет, 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 не закрывай глаза. Все в порядке. Ей надо в больницу. Сейчас, нет, сейчас. Нет, 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 не закрывай глаза, не засыпай. Не засыпай, очнись. Что происходит? Она умерла. Какого хрена? Не может быть, только не здесь. Надо вызвать полицию. Что? Нельзя звать полицию. Знаешь, что мне будет? Меня посадят. Нельзя продолжать вечеринку с трупом. Ладно, звони. Мы в одной лодке. Почему? Ты нам помогала. Забыла? Наркота твоя. Ты ее продавала, Шай-Шай. Не зови меня так. Тихо! Ругань нам не поможет. Люсю прав, нельзя звать полицию. Мы сообщники. Надо спрятать тело. Что? Фильм я знаю, что вы делали прошлым летом. Ты серьезно? Еще как. Не могу потерять все, ради чего я трудилась. И вы тоже. А твои родители тебя вышвырнут. Что будем делать? Ладно. Ладно.
всерьез закопаем. Да, давай. Ребята, надо убрать ее отсюда. Ладно, я беру за руки, а вы за ноги. Да. Отлично. Ребята, ребята! Что, Люсио? Думаю, этот труп меньше из проблем. Зомби или вампиры? Нет. Вампиры умные. Скажи это Голливуду. А может, это вирус? Да, как в фильмах про зомби. Да, но тут они ходят намного быстрее. Ты смотришь про зомби? Да, я их люблю. А то про зомби с такой штукой в голове. Да, так смешно. Эй, хватит! Сейчас не время обсуждать сериалы. Сериалы — это жизнь. Особенно про зомби. Да, но у нас апокалипсис прямо тут. Ребята, у нас проблема. Черт, вдруг она встанет. Надо убрать ее отсюда. Нет, это опасно. И нас могут поймать. Тогда, как в фильмах, выстрел в голову. У нас нет ружья. И мы не знаем, встанет она или останется так. Сколько времени проходит в кино? Я не знаю. Через пару часов или пару минут. Помогите! Спасите! Ударь ее, давай! Я вижу ее мозг! Спасибо, друг. Эй! Что это был за звук? У меня визгливый крик. Тебе надо петь в хоре. Парни, если вы закончили, нам надо убрать ее отсюда. Да, у вас есть план дома? Где ближайший выход? У меня есть карта. Откуда она у тебя? Я нашел ее у входа. Так, мы тут. Вот главный ход. Но по пути как раз танцпол. Где их больше всего? Так, если подняться наверх, впереди будет лифт. Он ведет к главному входу. Да, но там будет куча зомби. Другого пути нет. Чтобы выжить, надо рискнуть. Мы безоружны. Бутылка! Помоги! Вот вам оружие. Нам надо бежать. Но чтобы ни звука при этом. Это плохая идея. Согласна. Там куча зомби. А я не хочу стать для них стейком. Обожаю стейки. Я знаю паб, где делают классный соус барбекю. Заткнись, Люсио! Ладно, помечтать нельзя. Так, я поведу. Помните, если что, бегите. Вперед. Эй, вперед. А, да. Спокойно. Шайлин! Бежим! Вот дверь!
Давай, давай! Туалетный зомби на 7 часов! Быстрее! Стул! Стул! Стул, 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 стул! Отвали! Шай, дилда! Черт, Шай, Шай! Заткнись! Вот, вот! Ани, Ани, давай! Рука! Давай, 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 давай! Слава богу! О, боже! Что это такое? Не знаю. Похоже на кухню. Ясно. То есть мы застряли тут с кучей зомби и без оружия. Но на кухне должно что-то быть. Ничего тут нет. Смотрите. Они танцуют. Что было в этих бутылках? Не знаю, я не пробовал. Хочешь стать зомби и кусать всех за задницы? Только не такую, как твоя. Эй! Ладно, прости. И что теперь? Расслабимся. Я его ненавижу. Но почему нет? Правда. После всего этого я не против. Ты уезжаешь? Да. На днях. Если мы выживем. Я рад за тебя. Кстати, ты заслужила. Спасибо. О, детка. Ты говоришь с косяком? Только Мария меня понимает. Совсем ненормальный. За что ты меня так не любишь? Просто ты козел. Ты... прости, что я так поступила. Ничего. У тебя своя жизнь. Меня... в ней нет. Нет. Это неправда. Ты всегда был мне важен. Но... я не представляю, как жить в нашем городе. Я не хочу иметь обычную жизнь и семью. Я хочу переехать, построить карьеру. Для тебя все решено. Я знаю. Буду экономистом, работать на отца, жить в том же семейном доме. И это тебя пугает. Но не меня. Я этого хочу. Поэтому мы и расстались. Помнишь школу? О, сколько было выкурено. А моего первого парня? Макса? Да. Мы были лучшими друзьями, пока он не свалил. Ты помнишь, как вы с ним испортили мне жизнь в школе? Не знаю, о чем ты. С тех пор ты зовешь меня Шай-Шай. Ладно, возможно, я был козлом. Нет, ты точно был козлом. Но, если честно, я тебя не виню. В этом городе мне тесно. В этой стране мне тесно. Я хочу путешествовать, увидеть мир, я хочу жить. Я не договорил. Лишь одно для меня важнее. Ты. Макс сказал всем, что я сбежала, увидев его голым, потому что стеснялась. Тогда ты и придумал эту дурацкую кличку. Но ты изменилась. Ты любовь всей моей жизни. Всегда была и будешь. И если мы выживем, я пойду за тобой на край света. А твои родители? Переживут. Слушай, я хочу извиниться. Обещаю, что не буду тебя так больше звать. Теперь уже не важно. Худшая пятница в жизни. Чес.
Положи в надежное место. Да. Слушайте внимательно. Это очень важно. Лосьон после бритья, карате. Одна капля сводит женщин с ума. Используйте на свой страх и риск. Перед вами не устоять. К счастью, с каждым флаконом вы получаете инструкцию по самообороне. Лосьон после бритья, карате. Не переборщите. Я надушусь сам и дам надушиться вам. Так. Давай ты. Да. Нет, больше, чуть больше. Еще для защиты. Все, давай. Ну? Мы готовы? Вперед. 2 часа прошло. Я устал и жутко хочу писать. Да, я тоже. Почему в кино никто не хочет писать? Да, правда. Все, я сейчас лопну. О, боже, парни, замолчите. Я хочу отдохнуть в тишине. Что говоришь? Отдохнуть. Раньше. Замолчите. Раньше. Парни. Да, господи, прошу! Да. Тихо. Именно. Народ. Почему стало так тихо? Зомби оставили нас в покое? Что там происходит? Что это? Они его словно боятся. Я знал, что нельзя доверять этому психу. Подожди. Если его боятся, и он все это устроил, он поможет нам выбраться. Надо его взять. Заложники. Там зомби и охранники. Как это сделать? Да, что будем делать? Сражаться. Гражданская война. Трижды смотрел. Извини, я победил. Ладно. Вам не надоело, а? Мы до сих пор безоружны. Есть идея. Глядите. Вот, оружие. Будем драться с этим? Видимо. Швабра моя. Мне метла. Что? А мы? Серьезно? Стоп! Туалетная бумага. О, Вантус, круто. Супер. А мне что? Мне бензопила. Как? Я возьму пилу. Я возьму пилу. Я ее нашла. Ты сам хотел швабру, сказал, швабра моя. Смотрите. Серьезно? Отвали. Ребята, серьезнее. Я серьезен, но перед битвой надо подкрепиться. Кто со мной? Да. Но да! 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 Да, да. Так, мы тут. Точно. Надо идти к лифту. Да. Вниз и через VIP-зал. Так, вот и все. Да, но тут везде зомби. Сотни. Зачем тогда лифт? У нас есть швабры и пила. Офигеть. То есть... Там никого нет. Так, все помнят план? Налево, вниз и через VIP-зал. Ани? Я пойду к пульту и включу громкую музыку, чтобы отвлечь зомби.
Шай, Люсю. Мы отвлечем охрану, а ты подкрадешься и схватишь Джеймса. Как вы это сделаете? Я покажу им сиськи. Скорее бы. Заткнись. Шай покажет сиськи. Люсю, ты будешь кричать. Мы должны сбить их с толку. Понятно. И помните? Прямо в голову. Ладно. Готовы? Стой! Готов. Секунду. Несите все в другую комнату, понял? Кем Джеймс себя возомнил? Аль Капоне? Поверить не могу, что я ему отсосала. Что? Он помог мне с математикой. Ладно. Так. Кажется, зомби спокойны. Пока тихо. Я включу музыку. Точно. Следи за нами. Когда я схвачу Джеймса, включай музыку. Ладно. Пол. Возвращайся. Это так. Нет, хватит цитат. Просто вернись. Ладно. Вот, возьми. Вдруг тебя привяжут к стулу. Все же ты смотришь кино. Иногда. Помоги! Дай сюда! Быстро ты. Спасибо. Что ты делаешь? Тут коктейль. Вкусно. Нам подождать, пока ты закончишь? Ладно, мне надо подзарядиться. Yeah!
Она хочет меня поцеловать! Хочет меня поцеловать! Убей ее! Отвали, стерва! Круто! Спасибо. Кажется, ты ей понравился. Отвали. Ну что, мы квиты? Да. Ладно. Квиты. Идем. Да. Так. Шай, выдвигайся. Сейчас. Готов зажечь? Наш выход. Этих к остальным. Люсио? Привет, сволочь. Давно не виделись. Я рад, что ты жив. Пока что. Скормлю тебя моим друзьям. По кускам. Они хотят есть. Соскучился, Джеймс? Ого! И чем я заслужил эту честь? Но я хотела убедить тебя спасти меня. Я скучаю по тебе с первой ночи. Это явно ловушка. Было неплохо. Я запомнила. Тащи его. Но, босс... Заткнись, тащи его. Идем, засранец. Вы ради него умрете? Все мы умрем. Но сегодня ваша очередь. Не моя. Ты хочешь быть со мной? Да. Ладно, докажи. Что ты делаешь? Ты стесняешься, Шай-Шай? Не. Зови меня так. Или что? Пол подкрадется сзади и нападет? Да, это я про тебя, Дэйв. Дэйв? Добро пожаловать. Пол. Пол, очнись. О, Аня. Как хорошо. Вот так. Да. Нравится. Пол. Привет. Где это мы? Наш друг Джеймс связал нас. Моя голова. Так больно. Да, он тебе вмазал. Ублюдок. Почему ты здесь? Его охранник нашел меня. Наконец, наш особый гость вернулся. Пол, король. Джеймс, друг, если это из-за долга, деньги у меня в кармане. Забирай. Не волнуйся. Я возьму их с твоего трупа. Но сейчас мне надо, как сказать, убрать последних свидетелей. Зачем? Зачем их всех убивать? И нас тоже. Ответ в мешках. Минимум 500 тысяч наличными, которые вы помогли мне собрать на этом деле. Мог просто ограбить банк, не убивая. Знаю, знаю. Я мог сделать все. Стать врачом, адвокатом, музыкантом, уборщиком. Но ты бросил меня на Южном фестивале, забыл? Что там случилось? Наркотики, секс. И зомби хотели меня съесть. Что? Как обычно. Именно, что? Ты бросила меня на фестивале зомби, где через 2 часа все пытались меня сожрать. Мне повезло. 2 дня я прятался и нашел голубую бутылку. Именно. Такую же, как я дал вам. И все, кто обратился, пили из нее. Я забрал ее с собой, пока моя армия убивала зомби и заметала следы.
Потом несколько дней выжидал. Думал, что мне делать. И вспомнил своего дядю, живущего в глуши, и его диплом химика. Да, старик Джейкоб, мой дядя. Я дал ему бутылку, чтобы он узнал состав. Получив его, я вдруг осознал, что мне надо. Мне нужны деньги. Столько, чтобы уехать и жить как король. Так что решил устроить вечеринку и свалить всю работу на вас. И вы все сделали! А этот вирус? Вдруг ты убьешь всю планету? Ну, мне наплевать. Я буду лежать на пляже Тайского острова, окруженный сотней шлюх, и есть рыбу. Знаете, как плохо тут с рыбой? Где ее взять? В Саут-Энде есть отличное место, где подают рыбу. Я там... Это был риторический вопрос. Не надо отвечать. Так, мой монолог окончен. Продолжим вечер. Проще всего избавиться от вас, скормить моим друзьям. Поэтому я назначил каждому из вас по зомби, который проводит вас в мир иной. Мой друг Люсио, любитель фастфуда, будет съеден шеф-поваром. Почему он так одет? Наверное, спешил с работы. По пятницам они трудятся допоздна. Бедняжка Шай-Шай. Вот красавчик-стриптизер, готовый станцевать тебе в последний раз. Лучше ему отсосать, чем тебе. Думаю, это возможно. Ты ему нравишься. Хоть расскажи, как ты ими управляешь. Прости, не твое дело. Я тупой, но не такой тупой, как в кино. Так, что у нас для Аниты? Какой же у вас тупой план? Рассчитывать на Аниту? Где Пол, там всегда Анита. Я прав? Я вижу и знаю все. Знаешь, я ничего против тебя не имею. Ты прикольная, но оказалась в плохом месте в плохое время. Джессика. Друзья навсегда? И ты мой друг, мой лучший друг. Как ты можешь? Мы 100 лет дружим. Да, мы давно дружим. Но ты бросил меня на фестивале. Меня чуть не съели. Откуда мне было знать про зомби? Да, ты не знал, верно.
Но ты и твой дружок Люсио бросили меня в глуши и даже не поинтересовались, куда я пропал на неделю. Ты бросил меня. О, я поняла. Он нравится тебе, а ты ему нет. И ты обижен, да? Я понял. Я обижен, что через пару минут тебя съест стриптизер-зомби. Разумно. В общем, как я сказал, ты до сих пор мой лучший друг. Поэтому твои друг и девушка умрут у тебя на глазах. Потом я застрелю тебя. Быстрая, легкая смерть. Не хочу, чтобы ты страдал. Спасибо большое. Пожалуйста. Парни! Отойдем, дайте им нагулять аппетит. Будет весело. Я знаю, как он ими управляет. Как? Я наблюдала, пока ты спал. Видел бутылку в его кармане? Да? Он душится из нее каждые 5 минут. Наверное, эта штука их отгоняет. Придумал. План Б? Я поставила на телефоне таймер. Когда время выйдет, музыка включится. Уже скоро. Готовьтесь. Но мы связаны. Это я тоже решил. Парни, ужин почти готов. Пол, ты увидишь, как твоих друзей съедят. Пол. Пол. 5 секунд. 5 секунд что? А вот. Что ты наделал? Пол! 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 Пол, мои руки! Эй! Ему нужен врач. Ты это серьезно? Я тебя люблю. Сюда, бегом, сюда! О, черт! Нет, 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 нет! Люсю! Ани, пила! Ани! Ани, пила! О, шеф, шеф! Шеф, шеф, шеф! 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 Я тебе не Хэппи Мил. Их слишком много, а у меня только нож. Разве это нож? А, черт, 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 черт! Нет, нет, Джеймс! Прости. Нет, нет, Джеймс, не надо, прошу! Мне столько не платят! Последний свисток. Ани! Ани! Это 4! Друг, давай обсудим это за научной фантастикой. Крутите! Крутите! Раз. 2. 3. 4. Шай-шай. Сюрприз, засранцы. Джеймс, у нас сейчас есть проблемы поважнее. Ты все испортил. Может, бросим его зомби? Попробуйте. Но у кого ствол? Джеймс, друг, послушай. Да? Повсюду хреновы зомби. Мы застряли. Надо действовать вместе. Ты все испортил. Ничего уже не сделать.
Только этот одеколон их отпугивал. Они злые и голодные. У тебя есть еще? Нет, гений. Больше нет. Джеймс, друг, опусти пистолет. Я знаю, что нам делать. И что? Я слушаю. Нам надо к главному входу, так? И взорвем это место к чертям. Нельзя, чтобы зомби вошли в город. У входа два газовых баллона. Я видел, когда мы пришли. План простой. Мы с Аней убьем сколько можем. Ты, Шай и Люсио пойдете следом. Когда мы все выйдем, ты выстрелишь в баллоны и взорвешь их. Давай. Поверь мне. Мы ведь друзья. Готовы? Все будет хорошо, Аня. Я рядом. Так мило. Пошел ты. О, прости. Ладно. Идем. Надо идти. Черт, закрыто. Что? Совсем закрыто. Как закрыто? Где ключи? У него. Быстрее. Держу, держу. Зачем так много ключей? Иди ты. Пол, давай. Почему всегда я? Пол! 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 Да! О, боже. Мои ноги. Шай. Что теперь? Выстрелишь? Ты убил столько людей. Убил Джессику. И ты засранец. Шай. Заткнись, он заслужил. Шай, это не нам решать. Нам, вообще-то. Он должен заплатить. Полиция разберется. Полиция ничего не сделает, потому что все улики взорвались. Шайлин, опусти пистолет. Правильно. Опусти пистолет. Тебе не сбежать. Шайлин, мы сдадим его полиции. Опусти пистолет. Пусть решит закон. Брось, Шай. Правильный выбор. Черт! Я ведь так и знала! Странно, что такие задроты это не предвидели. Я не желаю в тюрьму. Чего ты хочешь, Джеймс? Ну? Все пошло не по плану, но... Деньги остались, мне хватит. Вот ублюдок. А ты мне помог. Так что молчи. Подавись своей рыбой. Пусть идет. Все это ради денег? Полиция его поймает. А нам что делать? Не знаю. Придумать, что мы расскажем полиции. Да? Но я хочу есть. Безымянный ресторан? Безымянный ресторан!
Какая марка? Марка, нет, простите. Не марка, а Маргарет. Все, все. Камера. Другое дело. Дубль один. О, нет, о, нет! Давай, заводись! Кто будет говорить реплики? Ты уже все сказал. Что, правда? Кислотный пит-стоп, сцена 62. Готово? Лучше поближе к концу, иначе ничего не заточишь. Поближе к концу. Начали. Простите. Стоп, камера. Старт. Все готовы? Пит-стоп, сцена 5, дубль 2. Старт. Спасибо, друг. Эй! Что это был за звук? И тут он забыл свою фразу. Фильм переведен и озвучен специально по заказу Creative Arts Media.